Начали с красавца, продолжаем с красавицы. Вы опять себя хвалите, Эгина. Себя не похвалишь, никто не похвалит. Такая пословица есть. Ух, как хорошо дома. Вчера всего лишь несколько часов отсутствовали. Если смотрели два предыдущих влога, детей возили в яблочные сады, где мы понабрали малины, клубники, день хорошо провели, прокатились. Ох, вернулись, как будто целую неделю отсутствовали. Уставшие. Сегодня проснулись, ничего не хочется делать. Но заварила такой оригинальный, ароматный, вкусный чай. Если по Instagram и Facebook следите, там показывала. Одноминутная такая что-то было. Уф, это так. Бэк уже хорошо себя чувствует. Все себя хорошо чувствуют. Маленький такой грипповый нюанс был у него. Что еще? Сегодня странный случай, девочки. Сейчас расскажу, вы тоже удивитесь. Кто-то опять стучится в дверь к нам. Не почтальон. Незнакомый кто-то сегодня с каким-то странным инструментом в руках. Так и не поняла, что за инструмент был. Решила не открыть, так посмотрела. Улыбнулся человек, дал понять, что с каким-то делом пришел. И вспомнила, что из окна детей, когда убиралась в комнате, увидела машину, к соседям пришли, с лестницей на крыше. И подумала, наверное, этот человек пришел что-то делать для них. В общем, подумала, буду нетрусливой, открою дверь. Мальчиков дома не было, мужчина, окей. Это он. Подождите, метнулся, значит. Это другой человек, но по той же программе пришел. Рамт туда хочет? Сейчас расскажу. Значит, человек, муж пошел дверь открывать, испугалась, потому что инструмент был в руках, думала, все, пришел, нас всех этим инструментом. Шучу, не подумала так. Ну, мало ли, разное делает в наши времена. В разных формах приходят, с разными инструментами. Вроде бы пришли что-то чинить или что-то предлагать. Потом, как заходят, вас начинают душить, и все миллионы бриллианты с собой уносят. Такое тоже бывает. Об этом не подумала, потому что увидела машину, думала, все. Пришел человек, значит, это совсем другой человек сейчас там к нам пришел. Говорит, хочу интернет, Wi-Fi соединить для соседей. Можно войду в вашу задний дворик? Говорю, окей, заходите. Пошел и говорит, о, невозможно через ваш задний дворик, должен пойти к другим соседям. Можно с ними поговорю и, не знаю, лестницу могу через вас, как будто в ту сторону пройтись. Говорю, хорошо, проходите. Кошек домой позвали, двери все закрыли, здесь открыли для него. Вошел с лестницей. Уже, не знаю, 2-3-4 часа. Лестница стоит там, а человека нету. Машину тоже нет, машины тоже нету. И сейчас мужу говорю, может быть, не знаю, упал в бассейн, не знаю, что-то случилось, пойди проверь. Говорит, машины нету, значит, человек уехал. Тогда почему лестницы оставил? Сейчас только что кто-то пришел, говорит, я пришел интернет соединять для ваших соседей. Говорим, мы только что, не только что, утром кто-то приходил, не починил, но не то, что не починил, вошел, не вышел. Говорит, это странно, говорим, лестницу там оставил. Говорит, а мне позвонили, сказали, что кто-то к ним пришел утром, не смог, и меня послали. Это один и тот же компания, одна и та же компания или другая? Anyway, странные вещи происходят нынче с соседями. Как это невозможно интернет соединить? Говорит, не смог соединить, меня позвали.
А вы сможете? Спросил ему. Anyway. Это про новости, про соседские новости. Пока у них интернета нету, если кому-то это интересует. А этот красавчик сегодня где-то спал, увидел Лилит к дивану подошла, пришел, на ее руку лег и как будто ни в чем не бывало, прилегся и уснул. Он хочет расплавить нас своей нежностью. Да, сейчас посмотрим, у этого мастера получится или не получится. А сами вернемся к нашим делам. Интернет пока работает. Все работают. Сегодня у нас, можно сказать, отдыхательный день. У детей ничего нету. Муж пошел, потренировался. Это хорошо. Все идет по плану. Сегодня отдыхаем, к вечеру пиццу сделаю, еще курочку достала, хочу специями. Вчера купили мед с манго, со вкусом манго, хочу какую-то заправку, как будто сделать, заправить курицу. И как пиццу закончим, отправлю в духовку, в печку. Посмотрим, как получится. Ишхан, он хочет все ближе и ближе к нам. Еще он очень сильно боится нашей машины. Как оказалось, он вчера очень сильно царапнул Арнака. Говорит, мам, думаю, он его держал в руках, прощался с нами. Прямо на chest, вон, знаешь, на груди царапина, на спине царапина. Говорит, как вы уже начали двигаться, машина. Он сильно испугался. Говорит, наверное, помнит, что мы его к ветеринару возили. Сейчас думаем, кто его повезет на кастрацию. Может, попросим соседей? Все равно. О, кажется, у соседей собака есть. Муж увидел хаски или что-то в этом роде. Но не слышали про собаку. Еще у них в заднем дворике 5 какие байки? Мотоциклы? Велосипеды. Кажется, опять велосипедисты к нам пожаловали. Наш Петрос. Ах, как он любил кататься на велосипеде. Тоже муж катался, не только сам катался, но и детей пристегивал. На специальная такая тележка была детская. Детей с собой тоже катал. Ну, у этих 5 велосипедов, их 2 вроде бы. 2, но уже сколько людей здесь. Не то живут, не то помогают с вещами. Да, вот столько новостей у нас всего лишь от соседей, но улыбчивые здороваются. Это что-то. Здесь у нас рядом есть не улыбчивые, не здороваются, как будто не человек, а прозрачное стекло перед тобой. Такое тоже есть. Да, сейчас маленький ланчик приготовлю, покушаем. Кстати, можете нас поздравить, мы опять присели вот так на интервальную диету. Это не диета, не голодовка, пожалуйста, не начинайте, Егинес, не надо вам уже голодать, уже хватит, а с вас кости да кожа. Это не диета, чтобы худеть, лично я не худею, это просто очищающее что-то. С мужем просто за компанию присоединилась. Если сегодня начинаем в 1:25 наш пир, значит, до скольких можем еще последнюю пищу можем принять к 10 даже. Вау. Но муж не хотел, говорит, я не согласен из-за одной причины. Угадайте, догадайтесь, какая причина. Говорит, а что, если будем вечером пиццу делать? Я не могу кушать. Представляете, пицца для моих детей – это, извиняюсь за крепкое, строгое выражение, это святое. Пицца для детей и, как оказалось, в результатах обследования. И мужа тоже. Он, если пиццу не может кушать, на диету, на голодание интервальное, даже если это ему очень нужно, не сядет. Но присел сегодня. Сегодня поздно начинаем, поздно заканчиваем. С легким паром, Ишхан-джан. Такие чистюли, да?
ланч у нас будет. Чем богаты, тем рады. Но не можем жаловаться. Чем-то богаты. Хлеб. Не помню, когда пекла, но в морозильник упрятала. Хлеб с патокой. И с цельнозерновой мукой, с патокой. Очень вкусный хлеб получился. Половину съели, половину сразу в морозильник положила. Видите, где понадобился. Сегодня разогрела хрустящий, как будто только что хлеб испекла. А ко свежему хлебу только свежий сыр. Еще сыр. И еще сыр от несыролюбов. Это так, один авокадо всего лишь поспел. А равно это авокадо из фермерского маркета. Маркета покупали. Да. Интересно. Потому что те сказали, где-то недели понадобится, чтобы поспел. Этот сегодня уже спелый. А остальные действительно не очень спелые. Это значит, это какой-то разный. Посмотрим. А, работает. Кохтерес! О, и этот пришел со стычаном. Ладер уносит. Лестницу. Так, быстро-быстро режем, кушаем, наслаждаемся. И у меня маленькие дела есть. Не может пройти, а там что-то его мешает. Застрял там с лестницей. Значит, достал ту лестницу. Короткая была, наверное, та. И свою лестницу поставил человек. Эгинер, что вы пристали к человеку? Мне просто интересно, как можно забыть свой главный инструмент где-то и так вот исчезнуть. Но это не важно. Хорошая лестница, а может тебе понадобиться? Индия? Закваску кормит дочка. Слишком много воды добавила. Маленькая миска. Ой, чел пришел. Это Тарамарамная Тарелиной. Он приходит ко мне, поднимается на мои ноги. Думает, что все-таки что-нибудь могу ей предложить. Ушел. Пока ты пришел, он ушел. Поднимается на ноги, стоит. Но его сейчас Лилит кормит, говорит, мам, я буду кормить. Утром просыпается, кормит, идет обратно, спит. А не потому, что свой schedule, вместо того, чтобы нам им диктовать schedule, они нам диктуют, хотят кушать, скажем, в 7 часов и будет. И мне интересно, как вы справляетесь с чем-то. Anyway. Это я вас заговариваю и с трудом режу этот огромный кусок сыра. Сейчас поднимется. Видите, с ума сходит меня. Панить кутес? Ах, ногу кушает. Им сыры очень редко даем. Вообще, молочные продукты, как оказалось, им нельзя. Лактоза интолерант. Желудок поболеет. Заболеет. Это просто потому, что он гурман. Иногда угощаю сырами. Хороший мальчик, Ишхан. Любит маму. Плющенко боцес. Все, авокадо, сыр, хлеб. Что ты еще хочешь, Анна? Нолик, Кирилл, они покушали. Это, если ему постоянно кормить, он не будет жаловаться. А кишер не такая, такая изысканная. Смотрите, поднимается, потом по дюку поднимается. Ужасный извращенец. Ему понравился, наверное, сыр.
это вам. Это сюда. Там что-то еще хочешь? Я не помню. Может быть, что-то сказал? Я не помню. Масло оливковое. То, что купили новое. Про это масло уже слышали, знаете. Специально поехали в этот ресторан, чтобы купить это масло. Вот идите и думайте, какое хорошее масло. Онлайн не продают, ну, интернет-магазина нету у них. Спросила. Как возможно в наше время? Даже в Амазоне поискала, может быть, кто-то и продает. Очень сильно хотела. Я нашла. Тоже бывает. А говорили, на Амазоне золотое яйцо кощея тоже можно купить, если сильно поискать. Так, авокадо, соль, перец, лимон. Все. Все, кажется, садимся. Арнак, джанку, ты летать панишь? Солнце сейчас. Арнак не голоден, мальчики. Хлопья съели с овсяным молоком. И с утра нам дети малиновой. Все малину кушают. Куда иду, им малину предлагаю. Говорю, ешьте малину свежую, чтобы съели. Еще немножко смешала с медом, то, что вчера покупали. Немножко протерла с медом и оставила под солнышком. Не надо варить, солнце свое дело сделает. Потом в холодильник заберу, потому что не уверена. И думаю, так и есть. Малина не может так остаться с медом, ну, в свежем виде. Может и испортиться, там соки от малины. Но хочу еще цветочный мед сделать. На днях покажу, для чая. Это мой малиновый, базиликовый, мятовый. Очень вкусный чай получился. Это тебе, это себе. Перчик свежий. Соль морской, морская, свежая, только что с моря доставили. И кайен. Муж называет эту перец Гайаны. И садимся. Дочка тоже присоединится. Ишхан тоже присоединился. Наш гурман Ишхан. Воздухом дышим. Честно говоря, ланч сделали. Разные дела потом у нас были, сделали. Кстати, человек пришел, забрал свои лестницы. Муж пошел спать. То есть пошел на кровать, прилег немножко, чтобы что-то делать на компьютере, чтобы закончил. Ему сказала, я тоже прилягу. Очень спать хотела. Рано проснулась сегодня. Увидела, он уснул, вышла из комнаты, дверь закрыла, детям сказала, не шумите, папа спит.
И с детьми немножко о том, о сём. Разные дела. Хлеб попросила сына сделать. Только что, почти только что пошла, прилегнула. Есть слово «прилегнула», «прилегла». И слышу, муж проснулся. Говорит, где мама? Я ему сказала, ты полежи, я сейчас, потому что сказала, очень уставшая, пойду немножко посплю, сказала, жду, приходи. И ищет меня, где мама? Мама ушла на работу. Мне говорит, ты даже не знаешь, как тебе повезло, что ты тоже пошла. Я пошла в комнату мальчика, немножко полежала, о том о сём подумала. И говорит, тебе очень сильно повезло, что ты тоже полежала, а то бы, если я проснулся, увидел, что ты чем-то занимаешься. Чем-то занимаешься, чем могу заниматься. Он не любит, когда я говорю, сделаю это, подожди, и иду делаю что-то другое. А всегда так получается. У нас, у мам, у женщин вошла в кухню, клубнику должна была почистить. Видишь, клубнику чистила, сахаром полила, посыпала. К вечеру, наверное, смотрите, такие маленькие, малюсенькие клубнички собрала специально. А там других и не было. Они как соседи уехали, еще во дворе как следует не играли, не выходят. Бунтуют. Ой, это так. Что еще немножко? У нас тема кипит. Люси не хочет идти в школу, в арт-скул. Она ходит, рисует. Сегодня поговорили, немножко расстроена, говорит, мам, не хочу я туда больше идти. Говорю, почему? И этот разговор у нас был еще когда-то, когда говорили, иди учись на арт-скул, если не хочешь другую школу, обычную. Давай найдем тебе арт-скул, хотя я еще не знаю, есть ли такая школа здесь, художественную школу. Говорит, я не могу работать в стандартах. Говорит, очень монотонно все, все повторяется. Мне, говорит, я хочу по-другому делать, скажем, ведь артист, не, все не могут быть на один стандарт. Говорит, я хочу по-другому что-то делать, но надо так, надо эти цвета, надо в этих тонах. Все это повторно, повторно, одно и то же как будто учат. Учат то, что мне это или не нужно, или это уже знаю. Мне не нравится, что... Ну, всем задают одно и то же задание и говорят, нужно делать так, 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 так. Все, говорит, нужно, должно быть, как тебе говорят. А я так не могу. Рисую, это не мое. Мне не нравится то, что нарисовала. Учительница говорит, молодец, это хорошо, да-да-да-да-да. Но это не мое, это мне не нравится. И эта аура такая, говорит, такая тяжелая. И потом девочки там, не знаю, какие. И все в масках почему-то, не обязательно. С учительницы до всех учеников. По-моему, она еще... Мы очень отвыкли от общения с нынешними некоторыми стандартными явлениями. Люди в масках. Агина, вы опять про маски. Это для меня больная тема, потому что мое мнение, и многие могут и не разделить мое мнение, но люди в масках – это разочарование человеческое. Не знаю, кто как понял. Anyway, не хочу про эту тему, но думаю, это тоже на нее влияет. Как может артист сидеть в студии, чувствовать что-то и быть без лица. Без лица это, в общем, anyway, говорить не хочу. В один момент подумала, может быть, в школу хотим, скажем, private. Уже 2 года ей осталось. Идет в 11. 11 и 12 high school у нее. Подумала, может быть, пойдет. Пообщается туда-сюда. Этот вопрос обсуждали с детьми. Старшие тоже против. Говорят, лучше.
найдем действительно приличную какую-то школу художественную. Я, может быть, неправильно говорю, исправьте, пожалуйста. Может, время так вот проведет. Anyway, длинная история, коротко говоря, решили, что лучше, чтобы в школу не пошла. Она тоже согласилась. Все-таки общаются, туда-сюда ходят. Может быть, в какой-нибудь спорт ее привлечь. Не хочет, в спорт тоже не хочет. Хотя, Арам, кажется, можно убедить ее с теннисом. Теннис – одинокий спорт. Для меня теннис – одинокий спорт. Я бы хотела, чтобы что-то в команде, скажем. Но она ничего слышать не хочет. В общем, разные вопросы обсуждали. Потом подумала, сейчас муж проснется, увидит, мы обсуждаем. И пошла, легла, пока он не проснулся. У нас пицца найт сегодня. И как оказалось, послезавтра тоже пицца найт. Не могу сказать гости. Знаете нашу Сюзанну? Что купила Сюзанна из Коско? Это Сюзанна. Она с детьми приезжает. Ну, чтобы играли дети, общались, и, конечно же, если к нам люди приходят, это только на пиццу. Если однажды пришли на пиццу, даже и не надо спрашивать, что вы хотели. Все пиццу хотят. Так что неделя пиццы, кажется, ожидается. Что хотят они из нашего холодильника, эти дети маленькие? Точки пошли за грибами. Еще что-то хотела из магазина. Сын по своим делам работает. О, у него 6 часов. О, начался, наверное. Подождите. Я подумала, он опоздал. Но зум-митинг был. Летчиком хочет стать. То есть не то, что хочет, не против. Говорит, научусь, как водить самолет или вести, или летать на самолете, наверное. В общем, хочет научиться. На всякий случай, говорит, пусть будет. Говорю, пусть будет. Хочешь. В океане боится купаться, акулу боится. А на самолете летать. Хотя, говорит, если подумать, мам, больше инцидентов бывает, когда на машине люди едут, чем когда летают на самолете. Может, и прав. Anyway, как долго я вам что-то рассказывала? Сейчас, что я делаю, что ты делаешь? Ты идешь дрову рубить. Да, у нас старинные древние времена. Муж дрова рубит, жена что делает? Варенье варит. Ну что ты делает жена в это время? Не спит же. Подождите, что-то хочу показать. Позавчера поняла, что этот арбуз, если не уведу, если не сорву, еще один был такой комочком стал, испортился, выбросила, конечно. Думаю, это замариновать. Здесь мы сорвали. Я не думаю, сейчас такой маленький сладкий арбуз у них будет, но хочу маринад сделать. Маленький, чтобы просто как будто вкус запомнить и забыть. Дети не кушают маринад из арбуза. Самое вкусное явление. Арка, кузек из Замерюка, который наек, но они не прочь посмотреть, какой он внутри. Надеюсь, внутри еще что-то есть. Эки тесик мама, который мата камари на данном все равно. Ну, если лавочи, вот и лючи тарес. Пикале мамелю. Бек, узумес газ тестенча. Как интересно, да, арбуз резать. Те два еще не спелые, хотели сорвать на день рождения Арка, но поскольку, постольку, все говорят, у вас арбузы не спелые, решили не резать. О, я так и думала, желтый арбуз. It's gonna be yellow. Желтый арбуз, поэтому семена сохранила, наверное. It's cool. Very cool. Ну это замариную. О, да, желтый арбуз. Может быть, сохраню несколько косточек или с того, с тех, кто... запах хороший, арбузный. Желтый арбуз – это нормальный арбуз, только желтого цвета, ничего особенного. Здесь часто продают.
О, и косточек так много. Настоящий арбуз, видите? Аня, вы смотрите, мы видели. Действительно, мои дети такие арбузы не кушают. Как можно? Что это такое? Что за безобразие? Арбуз с косточками. Даже неприлично как-то. Мариновать. Косточки, можно сказать, уже спелые косточки. Может, те тоже созрели. Давайте я вам покажу по камере. Из комментариев пойму, резать арбузы или нет. Пойдемте. Смотрите, я думала, это должно быть уже готовым. Если на... Видите, слышите, то есть звук? Нет, не желтый здесь. И хвостик не засох. Видите? А вот у этого, здесь на пупке, уже видно, что почти приближается. Для меня, по-моему, это готов. Может быть, желтые арбузы по-другому зреют. И здесь есть австралийский, как Альха говорит. Тоже не растет. Большим не вряд ли станет. Может, этого тоже? Давайте этого тоже все-таки возьмем и отрубим. Если не растет, уже по размеру уже не растет. Столько вырос и все. И по цвету другой. Может, действительно австралийский? Здесь как будто диджей появился у нас. Танцуем весь день. The red watermelon. Мороженое съел. It's Australian watermelon. Australian. Australian. Why is it called Australian? Why do you think it's Australian? Because I've seen videos on this watermelon. Like, there's this YouTube channel I used to watch. Mm-hmm. And like, they dropped watermelons. And they looked exactly like this. They were from Australia. Они бросали. Он на Ютубе смотрел какой-то канал когда-то, где watermelon бросали, наверное, разбивали австралийские из Австралии. Okay, let's see. Вот. Розовый. Это действительно другой watermelon. Это не это. Что за странные вещи происходят у нас? Куда порцик? Попробуем. Why not? Watermelon. Make a wish. Можно даже желание загадать. У кори знаешь, it's normal. Watermelon has to have seeds. Говорю, это нормально. Али, Али, make a process. You have to. Tastes weird. Говорит, странный вкус. It's kind of weirdly salty. It's not salty, it's good. Yeah, kind of good. Kind of good, ничего. Ара, мали попробуй. Кого из кользнера курта с панчиной? Они думают, косточки нельзя глотать. Ара, скажи, неплохой. Сочный, хороший. И даже нежная эта часть. Извиняюсь, конечно, я очень шумно кушаю. И рот очень большой открываю. Это я пугаю людей, которые боятся. Эта часть такая сладкая. Очень вкусный арбуз. Арам, неплохой. Еще такие странные звуки создаю. Мне очень понравился. С этой стороны не созрел. Можно маринад сделать. А эта розовая часть сладкая, вкусная. Дочкам скажу, чтобы съели. Даже можно вот так тонкую корочку удалить. Сладкая эта белая часть. Еще немножко удалю, немножко такая крепкая. Угу. Очень понравился. Не сильно ароматный, но сладкий, хрустящий, сочный. Очень австралийский арбуз. Да, возьмем порцию, или фиш. Люська! Люсин, Ари мне тебе рекомендует порцию. Австралия. Ари. Yes. А сам рвата чей?
I'd like it if it was refrigerated. Да, если yeah. холодный был, говорит, вкусный был. Действительно, хорошо отлапкали, а сыр гамовали. It's really good. Well, are those both the same? Yes, yes, they are in there. Look at this one, the small one. It's cute. Я думаю, те желтые. А это другой арбуз был, другая косточка была, наверное. Только один фрукт дал. Может на одном кусте быть желтый и розовый. Нет, наверное. Наверное, глупый вопрос задала. Но на всякий случай, если не глупый, ответьте, пожалуйста. Что там у вас? Очень вкусно. Оливки тоже купила. Очень вкусно.